Прошло расширенное заседание администрации городского округа Люберцы. В ходе встречи обсудили итоги работы по благоустройству территории округа, а также поставили задачи на 2018 год. В этом году городской округ Люберцы отмечен Министерством ЖКХ Московской области как один из лучших муниципалитетов по качеству благоустройства дворовых территорий. Напомним, в рамках проведения комплексных работ в округе преобразованы 69 придомовых участков. За счет средств местного бюджета и при софинансировании управляющими компаниями установлены 57 детских и 58 спортивных площадок на общую сумму порядка 156 миллионов рублей. Здесь следует отметить, что все адреса придомовых территорий были отобраны по заявлениям жителей, согласованы управлением благоустройства с советами многоквартирных домов, с депутатами Совета депутатов непосредственно с выездом на место. Но в то же время в городском округе имеет место быть жалобы от жителей. С 1 июня текущего года и по сегодняшний день на портал «Добродел» поступили более 6 тысяч обращений от граждан по вопросам содержания городских и дворовых территорий. Более 80% всех замечаний были рассмотрены в кратчайшие сроки. Остальные вопросы сотрудники администрации обещали отработать в следующем году. Мы постарались подойти к каждому посланию индивидуально, принять все меры к решению проблем, обозначенным жителями. На расширенном заседании администрации также заслушали доклады начальника территориального управления Томилина Октябрьский Игоря Дворникова и начальника территориального управления Малаховка Краскова Владимира Храмцова. После этого жителям городского округа предоставили возможность задать все интересующие вопросы. В частности, у нас каждую осень, каждую весну плывет дорога. И она плывет не только у нас, но плывет даже по Октябрьскому проспекту на площади выходного. Это будет первая дорога по срокам начала работ, которая будет выполняться подрядчиками у нас в городском округе. После диалога жителей с сотрудниками администрации состоялась завершающая часть заседания. Глава городского округа Владимир Ужицкий вручил благодарственные грамоты лучшим работникам в сфере благоустройства. Заслуженные награды получили также активные люберчане. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.